Всем привет! С вами Дмитрий Ишанькин, заслуженный мастер спорта, победитель турнира Арнольд Классик по классическому бодибилдингу. И я теперь вправе рассказать вам немножко о бодибилдинге и о том, как мышцы накачать. Я так езжу по залам, я вообще давно тренируюсь, давно качаюсь, занимаюсь культуризмом. И езжу по залам, вижу, как тренируются наши российские атлеты. Наверняка вы смотрели в Ютубе и на видео, как тренируются Катлер и Колеман. Я расскажу, как я тренируюсь, как мой папа меня тренировал, как мне Александр Вишневский показывал, как Дмитрий Корнюхин. То есть поделюсь секретами российского бодибилдинга. Первое, о чем нужно позаботиться, это ваш тренировочный дневник, ваш надежный помощник и партнер. Это такая штука, которая будет вас дисциплинировать и заставлять работать в нужном ключе. Второе – это сплит. Это разделение вашего тела на мышцы, на мышечные группы. Это то, как вы будете тренироваться в течение 2-3-5 дней или недели. Я рекомендую тренироваться всю неделю, делать это каждый день и отдыхать в воскресенье. Конечно, если вам не позволяет график, можете сделать через день или, допустим, 2 дня тренировок, 1 отдыха, 2 дня тренировок и 1 отдыха. Давайте попробуем разделить таким образом. Грудь вы качаете в понедельник, во вторник вы делаете квадрицепс, разделяете квадрицепс и заднее бедро. В среду вы тренируете спину. А в четверг работаете над дельтами, так как после груди уже плечи отдохнули, можно нагружать. Работаете над дельтами. И пятый день у нас бицепс бедра, задняя часть, задняя поверхность. И последний день, в субботу, делаете руки. Понимаете, если у вас времени нет, то можете отработать также, допустим, грудь и квадрицепс в первый день, во второй отдохнуть, а в среду сделать спину и дельты, отдохнуть в четверг, и в пятницу или в субботу отработать бицепс бедра и руки. Так, конечно, придется снизить немножко интенсивность, потому что тренировка будет слишком длинная. Если вы работаете на массу, если хотите увеличить объем, то ваша тренировка должна состоять из 3-4 упражнений на мышечную группу. Работаете в 4-5 подходах, 8-10 повторений, я думаю, что этого будет достаточно. Отдыхаете чуть подольше, примерно минутки 2, и берете тяжелый вес. Если вы хотите добиться рельефа, если это предсоревновательная подготовка, то отрабатываете там 4-5, может быть, даже 6 упражнений, делаете 5-6 подходов и 12-15 повторений в каждом подходе. Делаете это интенсивно, отдыхаете мало, берите вес небольшой, но работаете так, чтобы прочувствовать, прожечь, выработать каждое волокно. Но сегодня мы взяли такой предсоревновательный период и будем работать над мышцами груди в 5 упражнениях. На 4-5 подходов, 10-12 повторений. Будем работать четко, мощно, уверенно, отдыхать мало, будем потеть и пахать. Первое упражнение – разводы лежа. Это принцип предварительного истощения. Не включая в работу трицепсы, вы утомляете грудные мышцы. Дальше переходите на жим лежа под углом. Берете гантели, жмете под углом для того, чтобы выработать верхнюю часть груди, пока эти мышцы еще свеженькие и трицепс готов к работе. Потом мы делаем бабочку. Это называют бабочку, это называют пек-дек, это называют пик-флай, пекторалис, так называемый. Но это не мышцы, пекторалис, поэтому там пек-дек, пик-флай, бабочка, как удобно. Грудной тренажер – это сведение. Делаете так для того, чтобы проработать внутреннюю часть, и небольшая задержка здесь. Пиковое сокращение. Принцип пикового сокращения мы используем на пикфлай. Жим лежа. Многие начинают с жима лежа. Это такое базовое тяжелое упражнение. Но когда вы утомлены, когда ваши плечи устали, когда трицепс отваливается, когда грудь накачана кровью, вам не нужно брать 100-150, вы берете 70 и делаете так же тяжело на 6-8 повторений. И это здорово действует на мышцы. Попробуйте. И кроссовер в конце. Вы можете сделать это сверху вниз, для того, чтобы подрезать мышцы. Вы можете сделать это снизу вверх, для того, чтобы выработать вот этот участок. То есть кроссовером можно закончить, отшлифовать, закачать, сделать памп. Или сделать
как это называется, статическое напряжение. Вот так, как будто вы ваш в последней позе напрягаетесь и держите. Добиваетесь рельефа и полосатости. Ну, в конце, естественно, можно покачать пресс, голень, какие-то отстающие мышцы. Но обычно я делаю пресс сегодня, а с квадрицепсом на следующий день сделаю уже икры. Ну что, поехали? Вот так вот, буквально 5-7 минут в различных направлениях, во всех плоскостях разогреваете плечевые суставы, разогреваете мышцы груди, доводите себя до такой легкой испарины и идете работать над мышцами сисек. Первое упражнение – разведение гантелей в стороны лежа под углом примерно 30 градусов. Такой средний наклончик, небольшой. Возьмите для начала маленький вес для первого подхода и постепенно доберитесь до такого рабочего повторения на 10-12. Вот так, допустим, с десяточками раз на 15. Потом возьмите 15, сделайте раз 12. Ну и двадцаточками раз на 10, пару подходов. И можно идти дальше. Плавненько добираетесь до рабочего веса. Штанга или гантели, это может быть машина Смита, какой-то тренажер, где вы работаете на наклонной, если вы отработали разводочку, то сейчас самое время сделать жим на наклонной, где-то 45, может быть даже 60 градусов, передняя дельта, верхняя часть груди, и такой средний вес повторений на 10. Маленький перерыв, минутку, средний хват, так чтобы когда вы опускаете параллельно полу, вертикаль. Хват, плавное движение. Прижата спина, работайте до отказа, если есть партнер, пусть постоит сзади и поможет
поможет вам удержать вес, когда совсем тяжело. И между подходами небольшая такая растяжка, как раз на минус. Буквально 5-7 раз. Вдох-выдох, растянулись. И еще пара подходов, всего 4. Или если чувствуете в себе силу, сделайте 5. Те же 10-12 раз. Сегодня хватит 4. Водичку не забывайте. Где-то 1-1.5 литра за тренировку уходит. Если вы хорошо тренируетесь, вы должны много пить, потому что на все процессы, которые происходят в организме, организм, клетка тратит воду. Все процессы в организме происходят с участием воды. Тем более, если вы сушитесь, худеете, сжигаете жир, нужно выводить продукты распада. Иначе боли в суставах, заболевания печени и почек. Так что берегите, друзья мои, свое здоровье и пейте больше воды. Пару секунд. Задержка. Раз-два. Пиковые сокращения позволят проработать внутреннюю часть, сделать хорошую, красивую форму грудных мышц. Не забывайте растяжка, правильное дыхание, осанка, спина прижата, макушка вверх. По весу смотрите, если вам тяжело, делайте легче. А если чувствуете, что можете добавить, добавляйте смело. Держитесь в районе 12-15 повторений, если вы работаете на рельеф. Но если вы усиливаете пиковые сокращения, то достаточно 8-10 повторений, потому что время выполнения увеличивается. 5. Вот так, в конце можно задержать на 5-10 секунд, это позволит еще сильнее проработать мышцы груди. Вот так, 4-5 подходов здесь и жим штанги лежа. Как раз то, о чем я говорил, после всех этих упражнений выполнять обычный жим лежа уже тяжело. И специально готовлю себе маленькие блины, потому что буду сбрасывать каждый подход. В итоге останется всего 40-50 килограмм, но нагрузка на мышцы колоссальная. Это я вам обещаю, попробуйте, вам понравится. Я не останавливаю вес в верхней точке, не переношу нагрузку на локти, оставляю мягкие локти, слегка согнутые, и все время держу напряжение. Мысленный контроль над мышцами. Плавное опускание, плавно меняете вектор силы и также плавно назад. Ну что, я думаю, можно сбросить по пятерочке. Можете сбрасывать вес каждый подход понемногу. А можете сделать такой стриптиз, в принципе.
так называется. Последний. Все отработать. И последний. Допустим, 10 повторений с весом 80 кг. Еще 8-10. 70. Сразу сбрасывайте. 60-65. Еще 10. И таких где-то 4-5 ступенек. Вот это будет бомба. Ну что, это уже четвертое упражнение. Останется только кроссовер. Давайте, ребятки, собрались. Еще чуть-чуть. Хуп. Вот. Если у вас есть помощник, вам будет легче и быстрее подскидывать вес. А еще лучше, если у вас есть персональный тренер. А у вас есть персональный тренер? Бросили по пятерочке и еще 80 повторений. Вот это настоящая тяжесть. Справились. И заключительное упражнение нашего комплекса — кроссовер. Давайте сделаем сверху, наверное. Сверху, да? Или сделаем несколько вариантов. Как здесь, вы можете менять хват в каждом подходе немножко. Чуть шире, чуть уже. Так и там можно менять угол. Начать сверху, отработать параллельно, сделать снизу вверх в различных направлениях, сделать скрестные тяги, может быть, одной рукой. Все время экспериментировать, все время чем-то удивлять себя, свое тело и свои мышцы. Такие перекрестные тяги, они позволяют увеличить амплитуду движения, тем самым усилить сокращение. Больше волокон включается в работу. Тренировка становится еще интенсивнее. Ну что, ребятки, еще пара подходов, и мы чемпионы. В этом движении вы как будто обнимаете большое дерево и чувствуете мышцы все время. Control. Между упражнениями можно немного понапрягаться, пожимать. Чу! Представьте, что вы стоите на подиуме и сделаете HP, такую позицию. Здесь понапрягайте мышцы. Напряжение всегда должно начать с растяжкой. Подержали секунд 10-20, растяжки. Вот уже полминуты отдыха. Еще одна серия. Чуп. Секунд 10. Конечно, вы можете раздеться. Вот
покрасоваться, подергать мышцами. И в нижней позиции снизу вверх, для того, чтобы выработать верхний участок. Снижаем. Не все тренажеры одинаковые, вот эти вот позволяют работать в различных направлениях. Есть оборудование, в которых вы можете вырабатывать только сверху вниз или только снизу вверх. Но вы можете регулировать наклон положением корпуса. Это может быть вот такой вот наклон и просто работа в параллельной плоскости снизу вверх. То есть вы можете для себя придумать все что угодно. Также верхний участок одной рукой. Удобно на зеркало работать. Это кому как нравится. Можно представлять перед собой зеркало, в котором отражается грудь Арни, а не ваша. Поехали. Арни становится вашей грудью. 5 упражнений, 5 подходов, 12 повторений. И вы обладатель сверхмощных пекторалисов. Нам еще кресло. Да, грудь-то мы неплохо отработали. Сейчас делаем пресс. Верхняя часть, нижняя. И комбинируем. Таких пару подходов. Все. 15 подъемов, 15 скручиваний. Важно на выдохе. На выдохе сжиматься и напрягать. Йоговскую растяжку, собачку мордой вверх, тоже вытянуть грудную клетку, приподнять диафрагму. Мне кажется, подходика 3 будет прямо идеально. То есть запомните, сильно не нажимать на шею, не перерастягивать вот сюда, просто придерживайте вот так пальчики, придерживайте голову, делайте 15 подъемов, 15 обратных скручиваний, приподнимая таз. Вот в этом участке. Пятки прижаты, таз приподнят. Плечи прижаты, отталкивайтесь. Вот так. Еще 15. И объединяете два этих движения, делаете соединение верхней точки локтей и колени. На выдох. Плавно, не торопясь. Сжимаете и чувствуете выписку. Вот так в конце, после тренировочки, делаете какую-то заминку. Работа на пресс. Небольшая растяжка. О, ребятки, начинает сводить. Неплохо мы с вами. Примите позу ученика. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Успокойтесь. Почувствуйте такой внутренний стержень. Уверенность, силу. Примите энергию и здоровье из космоса. С выдохом стресс, напряжение и усталость
уходит со вдохом, вы наполняете организм силой, и особенно мышцы груди, и с выдохом избавляетесь от стресса, напряжения, усталости. Можно закрыть глаза. Кто-то представляет жемчужину, кто-то цветок, кто-то любимую женщину. Нам нужно просто немножко успокоиться после хорошей работы. Вспомнить, как мы трудились, похвалить себя, простить за то, что где-то схалявили. Ну что, с Богом! На новые победы.